На то в хату, господа. У микрофона Данте, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в God of War. Уже на финальной прямой. Остановились мы в прошлой серии на том, что побывали в Муспельхейме, пробовали дальше пройти испытания. Ну, там что-то оно подняло какое-то, прям мега. Вот. И сейчас у нас квест, это мир между мирами. Поэтому мы отправляемся в мир между мирами, собственно. Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем. Здесь Тюр вступил за грань, и камень единственный. Вот почему я мог. Всегда тут точечка была. Это типа спрыгнуть в бездну. Готов. Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Это еще не конец. Ну тогда бы вы упали лицом вниз. А так свободное падение с кайфом. Ой, как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово. Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть. Удивительно. Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да тю. Логично, логично. Не может быть. Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм. Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку. Испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Да, конечно. Я заметил. Да, бедновато. Пьедестал. А у меня хпшка полная. Ты поменяться не хочешь на ярость, не? Случайно. О, а вот и ярость. Ну, значит, сейчас будет где-то файт. О, нет, она забрала камень. И шо? Так, значит, и надо. Поглощает энергию камня. А ну, подожди. Она движется? Движется. Да, надо кинуть топорик и нажать ПКМ. Запомним. Кстати, я ж хотел руны поулучшать. Оно вообще дешево стоит. Пусть будет. А то я ими пользуюсь постоянно, но что-то не улучшаю. Опыта у меня все равно кучу. И в клинках еще лучше. У меня вот это стоит. Или вот это. А у меня выбрана смерч хаоса. Не, это говно. Такое себе. Все равно опыт некуда девать. И ярость Тартара лучше. 18 тысяч. Но мы сюда добрались, лучшие уже позади. Нихуя себе. Как раз время посмотреть, что я там улучшил. Ебай, она дольше стала, кстати, прям намного. Так, Хатрей пусть стрелами пуляются. Как раз там ауе дэмэдж у них у всех. У этих стрел. Ну не ауе, но электрическую цепная реакция происходит. Что-то типа такого. О, вот это я хотел затестить. Оля, и от Рэй при этом, при всем еще. А ну подожди, слышишь? Да хуйня, блядь, происходит. Так, здесь это чтобы невозможно было сбить мои атаки. И чтобы он не промахивался так. Поэтому, блядь, почему их тогда хуя? Я не хочу ярость использовать, мне кажется, что будет еще кто-то посерьезней. Так, ты иди сюда. Атрей, стреляй. Ты бери. Подвигай. Подвигай к себе. Так, маленький камушек я завязаю. А большой пока трогать не буду. И где же мы? О, похоже на Альфхи. Ух, блядь, я и забыл.
Я же слепой теперь. Куда ты, блядь? Ух, блядь. Я ненавижу эльфов. Вот кого-кого, но эльфов я больше всего ненавижу в этой игре. Дебильные летающие сознания. Создания. Походу придется камушек этот юзать. Хиловый. Та-да. Я, короче, ярость прожал, тут пятый левел. Ебать, а где дэмэдж вообще? Дэмэджа нет. Ноль дэмэджа. Так, эту хуйню надо убить. Пятый левел, блядь. Как его уничтожить? Есть идейка одна. Где он? Вот он. Блять, он от всего уклоняется просто. Оп! У ворот. Так, блять. Тяжело идет пока. Что-то вообще тяжело. Ну вот и почему он его не замораживает. О! Дэмэдж какой-то начали вносить. Атрей, ты волка вызовешь сегодня? Ебать, да куда он делся? Он что, не сдох еще? Вообще его не видел, блядь. Я понял. Да это пизда какая-то. А можно хилочку? Хельфхейм. Они это кто? Так, ну ледяные это вроде не так уж и сложно. Блять, сейчас да выебусь с словичками, что это не так уж и сложно. Ой, хорош, хорош, Атрей, хорошо. Ой, блядь, рунические атаки надо было, короче, раньше усилять, я понял. Сюда. Добивание. А есть хилка где-то? Видимо, нету. Это хуёво. Тихо, мужики, мужики, тихо. На, Атрей, отвлекитесь и поебитесь. На Одессу тебя, блядь, нахуй. Взял, блядь, хилку. Короче, я понял, хилки надо брать потом. Поджарили его нормально, так, знатенько. Оп. Надо не забывать, что он атаки не оглушается, короче. Как в Дейсе некоторые крепочки. Так, тут лут лежит. Подобрать бы. Ебать, это Муспельхейм. Муспельхейм, это плохо. Это жарко, это горячо. Ты ебать чей будешь. Та! Сынуля. Дейди Мюнр. Какой нахуй босс? О, блядь, нормально. Пол хпшечки снесли. Короче, по Муспельхейман прям топор, удары с топора хорошо ледяного проходят. Разрываем.
Ебутся, коты, я горю. Надо по ноге. Охуеть. Почему я ослеплен? Спасибо, Трей. Ух, блядь, ух, блядь. Горим. Пизда. Очень сильно горим. Опять нафидел. Просто взял нафидел. Похиляться. Бля, ну добивание тут очень красивое. Вот что-что, но добивать это классно. Надеюсь, нам выпадет большая хилочка. Гнев Артемиды. Рубящий удар, который отбрасывает открыто со всех соседних врагов. Не нравится. Я не знаю. Самому интересно. Гиганты в тайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это чудо. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Ну давай. Давай посмотрим, что будет. Еще имя. Так а как мне их зажечь? А. Это не жаровни, типа. Что он подразумевает под жаровнями тогда? Большие чаши, что ли? Как это работает? Может, нужно прожечь их хорошенько так? Хуй знает. Валькирию какую-то он мне сказал. Может, эти зажгутся? Или только те, на которых были надписи? Мда. Хуета. Не зажигаются. Ладно. Чайку убил. Лягушка, ебать. Лягушку тоже можно убить. В доте все находили черепах. Вот кто в доте знает, где все четыре черепахи, тот молодец. Этот все, блядь, про ссоры с братом. Превосходный камень воскрешения надо прикупить. Ну вот ты, например, опять приперся. Улучшить. Нету пламя хаоса. Замерзшего пламени нету. Ладно. Не знаю. Что-то ты да точно хотел заказать. Да расслабься, мужик. А запись-то хоть идет? Идет. Ой, подожди. Не туда жму.
ничего не выйдет. Что? Нет пучевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. На то, что мне глаза. У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработал. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Согласен. Слушай, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знали? Брок и Синдри? Ну, пойдем к гномам. Интересно, если бы я не выполнял им доп-квесты, они бы согласились рассказать мне, где глаз? Привет, у нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мемира? Почему Кратос ногу на стол поставил? Где глаз, дура? Да боже, что ж ты такая неженка? Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. Зерно. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Но как нам заглянуть змею в кишки? Да как? Сейчас поговорим, договоримся. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, пойдем спросим. Я не знаю, что впереди, но сейчас самое время... Да все уже подготовлено. Рог. Без Мемира, кстати, у него дуть нельзя. Тут же, блядь, с определенной стороны надо подойти. Где малый? Я думал, ты сейчас упадешь. Давай, блядь, дуй. У него глаза как у Саурона. Вот реально как у Саурона. Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу, серьезно? Да. Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Ебать, он огромный, посмотри, он скалы оплел чисто. Вот змеюка. А есть выбор. Так, как спуститься? Там дальше, наверное. Я надеюсь, что... Вот спуск, да, точно. Это не сюда, это вот сюда. У, блядь. Разлетались тут. Посмотри на них. Ну нахуй, блядь, чайки. Потом рыбу хуй словишь. Пожиратели. Вода не очень сделана, кстати. Что ты нашел? Я никогда не бывал в упряжном лихане. А ты, отец? Меня много раз пытались сожрать.
должен нам ответить. Кто? А ну давай бочку таранить. А на shift можно ускоряться? И вперед по новой. Темно. Желудочный сок. Или что это? Тут же не может быть врагов, да? Это же логично. Ребра его. Вообще у змеи ребра по-другому устроены. Они должны выпирать со всех частей, чтобы молоть еду. Странно, мне как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения. Камни тут у него, блядь, ебать. Ищем статую. Да ищем, ищем. Веточки, деревья. Что-то он, по-моему, вообще все хавает. Такое чувство у меня. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Прикольно. Здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Желудочный сок. В основном. Ну, вода тут тоже есть. Ебать, он целые корабли проглатывал, вот понимаю. О, там еще можно подлутать. Я там, по-моему, сундук увидел ща. Или что-то красное подсвечивается. Ворота какие-то. Непонятно. Мимира лежит, отдыхает. А Трей, ты шо замерз, блядь? Я думаю, тут достаточно тепло. Можно причалить здесь. Да не учи ученого. Ебать, канат огромный. И шо, и куда? Зачем я сюда? А. И вперед по новой. А шо, как какать? Нет, это слишком далеко. А как какать-то? Ладно. Не знаю, зачем можно здесь залезть. Это лодочка. Это мне потом надо будет спрыгнуть, я понял. Оп, оп, направо. Как говорится, и вперед по новой. Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. А чё ты им не видишь? Вообще-то странно, они ж боги, типа. Оля, желудок сокращается, прикольно. Все отлетает, понимаю. Мы типа гельминты. Сундук. Глаз. Ставьте его мне в голову, для надежности. Будьте добры, побережнее. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем, не храним. Потеряем, плачем. Согласен. А тут сундучок.
символ триумфа. И шо? Куда теперь? Кишки прикольно сделаны. Как ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел? Выдержит. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ну как сказать? Я сказал выражение «испытывать судьбу». Вот да, не испытывай судьбу. А то я сейчас по доп-квестам пойду. По всем. А как нам выбраться? Подадим знак. Держись крепко. Что это? Ударил кто-то. Камни не раздражают, нет, а мы раздражаем. Ты что за хуйня? Давай плыть быстрее. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. А мы там точно все залутали, может вернемся? Так ты не держишь голову. Это получается что, финал очка? Мировой змей приуныл. У меня броня такая странная, если честно. Она же закрывает, ну, грубо говоря, плечо. Частично аорту, ну там такое, тряпочки, сердце частично. Смотри. Это Фрейя. Что-то с ним произошло. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Во второй части, кстати, с броней она посимпатичнее выглядит. Вообще, во второй части у всех броня классная, особенно у Атрея. У Кратоса, как обычно, чисто, блядь. Пресс показать. Девочкам скинуть еще фотографии. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось. Вон! Бальдер. Я даже не знаю, какую превьюшку взять. Я прямо как чуял, если ударить по большой змее. Вы двое тотчас же выползите наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. А у этого пресса нет, он лошара. Сынок. Ну, татухи прикольные. Мама. Мама? Беги, дурак. О нет, мама, я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства?
я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял, нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути. Вместе. Он не принесет мира. Поверь. Бля, хорошие слова. Ты. С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Начинается. Нихуя себе. Что ты там, блядь? Как дела, дружочек? Пирожочек. Как дела? Как дела, брат? Ух, дура, блядь. Анимацию мне убрал. Ёбаная катсцена. Там все так красиво было. Что за хуйня, блядь? Что она только меня окутала? Этот, блядь, уклонился, а я шо? Лох, получается. Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Бля, там такая пиздатая превьюха была. Стой! Дыши. Отрай. Дыши. Ты ранен. Дыши. Дыши. Нет, моя кровь. Ха! Веточка Амеллы. Происходит. Которая снимает с его чары. С него. Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Нет. Тебе хорошо, так может, ну, остановимся на этом. Уязвим? Да. Нет! Великан, да ты шо, ебать? Вы этого не сделаете! Великана призвала. Это шо, мне с двумя сразу боссами драться? Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амеллу? Амелла была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит. Амелла сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Хм. Так вовремя-то. Бля, тоже прикольная превьюха. Серия превьюшек чисто. Ой, блядь, реально с великаном драться. Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Что делать? Никто не остановит! Дел! Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Я вижу здесь корни. Скоро все закончится. А зачем я вообще крутился, блядь? Ух, блядь. Охуеть. Стужа ледяная. Да ебать. Ты что такой потный стал? Да ебать. Да ты шо, прикалываешься, блядь? Ты кто нахуй? Почему ему дэмэдж только Трей, блядь, наносит? Да ну так нечестно, ебать, тебя не замораживает эта хуйня. Брат,
Как с ним драться, блядь? Ну давай камень попробуем, хорошо. Балдур. Хуялдур. Короче, парировать надо, я понял. Блять, я думал это он, это мальчик. Ну давай. Так как попасть-то нахуй? Все, я понял, надо просто фул парировать. Атрей, ну справишься там без меня, да? Топорщик надо подвязать. Что ты там, блядь? О, нормально. Дэмэджа влили. Да это нечестно, блядь, тебе мамаша помогает. Короче, буду просто щитом походу стоять, танчить, выпады. Ой, хорошо. Так, он стал ледяным. Я, блядь, оказывается, если их зажать Q, то будет анимировать, ну, способность. Ну нет, блядь. Парировал что-то, заебись. Давай, 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 давай. Дэмэдж, 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 дэмэдж. Да это долго, блядь, будет продолжаться, что за хуйня. Ты мне блок не сбивай. Ты, блядь, хуй. Да ебать, что за хуйня? Ветер какой-то, блядь. Да я вижу. А как его победить? Ага. Прикольно у тебя, блядь, способности. Давай, давай, подлетай, подлетай, блядь. Ебанько. Подай патроны, блядь. Перерывчик брал. Прикол, блядь, какой-то. Так, давай, давай, держим, держим. Тычки, 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 тычки. Нихуя не вижу, блядь, пересвет очень жесткий. Так, продолжаем. Пиздец. Еще даже четверки. Нет, четверка проснесли. Надо подмолчаться, просто понимаешь. Тяжелая игра. Давай, давай, ешечка.
короче, ледяной. А у меня клинки-то не нахуй улучшенные. Проблематичненько. Может, ему надо этими шишками кидать? Я просто буду танчить. Давай, оп. Ворот. Блять, пизда. Нет. Вроде, блять, урон не проходит. Что за хуйня? Катсцена, я понял. Что происходит? Рэй, ты шо охуела? Я уже знаю, что ждать заранее. Давай, давай, стреляй. Хорошо. А хпшки-то у меня хоть восстановятся или нет? Я надеюсь, что да. Теперь он огненный, правильно? Что за хуйня, блядь? Что за прикол, ебать? Да ебать! Оп, 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 оп. Хуйня, блядь, напала. Ну нет. Ой, хорошо, комбиним. Блядь, подобрал хилку, называется. Камень нельзя использовать, да? Блять, хуёво. Атрей, как же не вовремя ты все-таки пропал, блять. Так, блять, вы хуйни ебаные. Идите, блять, нахуй. Да ебать. А что ты, блядь, можешь вообще там без друзей, блядь? Без мамаши. Кого нахуй? Не, я вообще хз, как его убить. Ебанские эти еще меняются, мешаются в хуйне. Ну давай, Трей пусть стреляет. Хилочка. Угу. Понял, это надо убегать просто. Так, ну это все хуйня. Подожди, она наводящаяся. Какого хуя, блядь, эти вылазят еще? Я не понимаю вообще, меня аж триггерит эта хуйня. Просто чтобы я похилялся. Атрей. Очень срочно нужно. Давай, ляп, 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 ляп.
Да отъебись ты, блядь, с меня со своим огоньком ебаным. Так, я видел там хилку. Ор. Это какой-то, блядь, ор.